Bu videoyu izlemeden evvel 6-7 Eylül'de 1955 yılında İstanbul'da yaşanan olayları araştırmanızı, taraştırmanızı ve ciddi anlamda okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Buna benzer bir olay kardeşten de yakın olan Azerbaycan'da 1988 yılında yaşandı. Sumgayıt Pogromu olaylarında bir sürü insan yaşamını yitirdi. Ermenilerin tertiplediği bu olaylarda Azerbaycanlı bazı vatandaşlar Ermeni vatandaşlarını evlerinden atmaya çalışmıştı. Ve bu olaylarda yarı Ermeni, yarı Azerbaycanlı bir sürü vatandaş Azerbaycan'dan kaçmak zorunda kaldı. İşte bu vatandaşlardan üç kadın, o zamanlar çocuk yaşlarında olanlar şimdi büyüdü ve hikayelerini anlatıyorlar. Sizden ricam sevgili dostlar, bu insanları yargılarken veyahut da yorumlara yazarken önce empati yapmanız. Diğer yandan da sevgili dostlar, farklı açılardan yaklaştığım konuları, başka konuları çektiğim videoları da izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Ve buyurun videomuz başlasın. Меня зовут Вера Мусаелян. Особенно люблю, когда под моей фамилией пишут «какая-то еврейка». Думаешь, там же уже написано «Мусаелян». Что? Какие еще вопросы? У меня папа армянин, мама азербайджанка. Меня зовут Лилия Мурсалиева. Я наполовину армянка, наполовину азербайджанка. Родилась в Баку и переехала в Москву, когда мне было 3 года. Меня зовут Gasparyan Sabina Eldarovna. Я наполовину армянка, наполовину азербайджанка. Мой отец азербайджанец, мама армянка. Когда начался серьезный конфликт в конце 80-х, начале 90-х годов, моего отца на год отправили по распределению в Нижний Тагил инженером. То есть он всего на год должен был уехать и вернуться обратно. И назад он вернуться уже не смог. Почему я говорю, что для нашей семьи это благополучная ситуация? Потому что его там одноклассники, однокурсники, они беженцами уже. Кто там уезжал в Армению, а кто там бежал в Россию и так далее. Поэтому у нас получилось как-то еще все очень аккуратно. Было очень страшно. Группа людей неадекватных хотели ворваться в наш дом родительский. Я помню, что отец был с пистолетом. Он просто вышел, и они ему сказали, что мы знаем, что твоя жена армянка, детей мы не тронем, потому что они наполовину азербайджанцы. Значит, выводи свою жену, и все, иди домой. Ну, отец кого-то одного пристрелил. Потом он подвергся уголовному преследованию за это. Но во всяком случае толпа разошлась. Вот. Потом сразу практически после этого переехали Москву. Я помню только военный самолет, и что как бы какое-то время мы жили не в нашей прекрасной квартире, а за городом. Родители сделали все, чтобы мы максимально были ограждены от каких-либо переживаний. Когда мы приехали в Москву, им было очень сложно, это было заметно. Я никогда в Армении не была, в Азербайджане я тоже никогда не была, а моя сестра, ей удалось съездить однажды в Баку. И для нее это было все как-то очень интересно, удивительно. И в то же время она говорит, что я почувствовала, откуда я есть. И не так давно она съездила в Армению. И она мне звонила оттуда со словами «Вера, мы армянки». Помню, что вот мама периодически, когда мы там куда-нибудь, не знаю, ездили, и где, ну, допустим, был какой-то армянский контингент, то мама говорила: «Вы не говорите, что у вас мама азербайджанка, не надо». Ну. Когда ты половинка, половинки, ты все время думаешь, с какой стороны ты все-таки эта половинка. И тебя воспринимают, вы знаете, среди азербайджан меня всегда считали армянкой, среди армян меня считали азербайджанкой, поэтому я дружила в основном с русскими, им было все равно. Вот. Некоторая неприязнь, на самом деле, вот со стороны незнакомых людей, мне иногда даже нравилось просто в лоб говорить это, и я прям вот такая неподдельная, ты чувствуешь какой-то вот, ну, человек, это неприятно это. Ты чувствуешь, что человек недалекий, и, собственно говоря, если он по национальности определяет, смысл дальше с таким человеком общаться. Недавно мне один мой друг, он пытался воззвать ко мне, чтобы я встала на чью-то сторону, пошла на митинги. И когда я ему объясняла, что я не понимаю, против кого мне идти на митинг, против чего. Я хочу, чтобы не было войны. Это единственное мое желание, чтобы ее не было не только у Армении и Азербайджана, чтобы ее не было вообще. Ну, и это единственное, за что я готова ходить на митинги. Мой муж очень любит свою родину историческую, он очень любит Армению. Я вижу прям боль в его глазах сейчас. Мне его безумно жалко, и я не знаю, мне хочется, чтобы это все прекратилось, просто чтобы он тоже так душевно не страдал. Но и начнем с того, чтобы не гибли больше люди. Вот эти вот, он все, не порывался поехать воевать? Не я порывалась. Я порывалась. Но он военный, он гражданин Российской Федерации, он не может себе позволить. Ну, я уверена, что да. Наверное, да. Защищать. Вы бы отпустили? Нет. У нас 2 детей. Я не могу его отпустить. Мне сейчас много пишут: Вера, скажите что-нибудь по этому поводу. Вы должны что-то сказать по этому поводу. Почему вдруг я должна решать такие вопросы сложные? И я реально много думаю, а вот, ну а что действительно я могу сделать? И я понимаю, что единственное, что я могу сделать, я могу не выбирать тех людей, которые так ведут свою внешнюю политику. Я могу понять, что в следующий раз я должна сделать так, чтобы мой голос был учтен, и чтобы я выбрала того человека, который умеет внешнюю политику вести в рамках мирных переговоров. Вот моя ответственность. Вот этот вот мой знакомый написал, что я должна извиниться перед ним за то, что происходит. Я говорю, какой частью себя я должна извиняться? Я так это воспринимаю спокойно, хотя это совсем не спокойно. У меня нет какой-то позиции за какую-то страну, а я просто не хочу, чтобы была война, что это, наверное, потому что у меня нет родины. Родину ограничивать каким-то куском земли и наследством там, культурным, историческим, это очень странно. Родина — это планета Земля, и мы все здесь живем, и у нас есть социальные сети, интернет. 2020 год. Когда у нас что-то в России происходит, я выхожу на митинги, потому что я понимаю, что у меня опять украли мой этот голос, и опять может получиться не так, как я хочу. Вот то есть нас всегда пытаются уже в момент безумия загнать вот это состояние «решай». А на самом деле на несколько шагов назад нужно было решить для того, чтобы, возможно, у тебя получилось избежать вот эту ситуацию. И сейчас вместо того, чтобы опять как-то людям думать о том, что можно было бы исправить и как вообще поворачивать эту ситуацию, нас опять загоняют то, что давай в комментариях расскажи, кто прав, чей Карабах. Давай мы продолжим эту войну. Я певица, которая хочет петь про любовь и капитанов. Я очень хочу, чтобы вокруг было так, чтобы моя голова была занята только любовью и капитанами. И на самом деле меня беспокоит то, что на данный момент ситуация такая, что мое утро начинается не с переписочек каких-то, а с того, что я открываю новости и смотрю, ну что там, они договорились или не договорились, идут военные действия или нет, а как с этой стороны, а как вот с этой, а как в этой стране. Вот это меня беспокоит. Да, я в детстве мечтала стать адвокатом, роковой женщиной. Почему-то, я даже не знаю, что сподвигло это написать меня, и президентом Армении. И я действительно до сознательного возраста пока не поняла, что вряд ли когда-то человек, который наполовину азербайджанец, станет президентом Армении. Но я действительно, я думала, я прям даже смотрела, какие там есть ископаемые, как можно поднять экономику страны вообще. Там нет выхода на море, но можно на чем-то другом сыграть. Я вот прям думала об этом, да. Было такое. Как вам кажется, настанет ли то время, когда президентом Армении сможет стать наполовину армянка, наполовину азербайджанка? Я не могу утверждать, настанет такое время или нет. Но если бы я стала ею, я думаю, что страна бы процветала. Так что стоит подумать на эту тему. İkiye bölünmüş yaşamları seyrettik sevgili dostlar. Allah korusun belki de benim çocuklarım da bu hale gelebilir. Yarısı Rus, yarısı Türk. Hayat kime ne vereceğini hiçbir zaman söylemiyor ve beklentilerimiz her zaman iyi olduğu halde de yarın kötü şeyler olabiliyor. Peki bu insanlar neden Rusya'ya kaçtı? Aslında cevabı çok basit. Cevap Rusya'daki eğitim. Çünkü aileler çocuklarının en iyi eğitimi almalarını istiyorlardı. Eğitim demişken sevgili dostlar, sağ üst köşeye tıkladığınız takdirde Rusya'daki eğitim konulu hakkında çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. Ve Rusya'da eğitim nasıl alınacağını, üniversite eğitimi nasıl alacağını da oradan çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Diğer videolarımı kaçırmamak için abone olmayı, like tuşuna basmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.